Ежегодный директорский бал прошел в школе номер один. На мероприятии традиционно чествовали лучших учеников не только за отличную учебу, но и за достижения на спортивном поприще и в общественной деятельности. За церемонией наблюдали мои коллеги. Директорский бал под названием «Зажги свою звезду» прошел в школе номер один уже 18-й раз. В нем приняли участие 100 самых успешных учеников. Директор школы Марина Комарова высоко оценила личный вклад каждого в общее дело. Потому что здесь присутствуют те, кто не жалел себя, кто трудился, кто прославлял не только себя, но главным образом свою школу, свой город и даже свой регион. 10 номинаций. Отличная успеваемость, достижения в спорте, военно-патриотическая деятельность. Самая неординарная из них – гармоничная личность для тех, у кого успешно любое направление его работы. Организаторы отмечают, с каждым годом все сложнее отбирать кандидатов и победителей, поскольку их достижения очень весомы. Кто же стал победителем? Сертификат о том, что стала победителем в номинации «Умники и умницы» 18-го праздника «Зажги свою звезду» получает Прокопьева Елизавета. В этой номинации я уже побеждаю второй раз. И данная победа значит для меня, ну я думаю, что для других детей тоже, это стимул к дальнейшим стараниям. И мне кажется, все учащиеся должны стремиться к тому, чтобы получать грамоты и выигрывать такие же номинации. По доброй традиции, каждый лауреат и победитель берет себе звезду, на которой пишет свое имя и желание. Дети складывают все звезды в общую книгу с надеждой, что все написанное обязательно сбудется.